Ребята, всем добрый день. Приношу извинения за вид, но только шапку сняла. Сходила я за молочком и за творогом, и подруга еще молока унесла, тоже другую банку. Творог сегодня опять взяла и молоко 3 литра. И подруга тоже просила ей молоко, ей привезли, но она забыла заехать за молоком. Поэтому я ей сегодня унесла молоко, забрала обратно банку с денежкой, потом отнесу женщине. И нам 3-литровую банку молока. Вот так вот покажу. Оксана там. Дети у меня сегодня с утра занялись лепкой пластилина. Всякие там фигурки делают. Я вам покажу, вставлю, что они там делали. В целом. А, да, ребят, у меня помидоры проклюнуло. Сейчас покажу. Зашла к Егору в комнату. У меня, по идее, в другой комнате стояла рассада. Видите, помидоры проклюнулись. Тут вот это 2 пакетика. А перцы так и не проклевывают. Смотрите, что. Ну, посмотрим. Но помидоры проклюнулись хорошо. У меня, по идее, на кухне стояла рассада, но у меня сегодня Ксюша взяла и легла на рассаду. Ой, Ксюша, все, на попугая уже все свалила. Василис легла на рассаду, поэтому я убрала Кигуру в комнату. У нас тут на окошке солнышко, и она ложится греться. Ну, вот и сегодня также легла. Поэтому пришлось убрать тряпочку и положить, чтобы она могла там загорать. Она приходит, ложится на подоконник и загорает. Ладно. Наш день начинается. Постараемся вам что-нибудь поснимать поинтереснее. А, сейчас покажу еще рассаду острых перцев. Муж садил. Вот здесь вот. Вот такой. Это острые перцы у него тут. Сейчас, если получится, постараюсь показать. Ну, вот там вот, видите? И вот так вот он тут у меня от контейнеров забрал крышки. И вот так вот наставил свои острые перцы. И вот там вот у меня была рассада, а сейчас там кошка всегда валяется. У нас вода капает с крыши. Снег тает. Ура! Ходила до подруги с утра, молоко уносила, и она катает компот из апельсинов. Я ей попросила, говорю, купи мне хотя бы 1 кг апельсинов, я тоже пару баночек сделаю. Сахар пока еще есть дома. И смотрите, какую Ксюшу дети сделали. Вот такая вот Ксюша из пластилина. А Оксана вышивает. Да? Покажи, что ты вышиваешь. Да, вот так. Оксана хочет ее вышить, а потом среди подписчиков попробовать продать. Но Оксана там никто не купит. Сейчас посмотрю, что ты тут напортачил. А, петелька, да, у тебя одна получилась? Ну, сейчас мы ее с тобой уберем. Оксана первая вышивка, это ее, самая первая вообще, да, Оксана? Довольная. Скажи, пожалуйста, тебе самой нравится вышивать? Да. Иди расчешись и переплетись. Ладно. Надеюсь, подруга мне сегодня купит апельсины. И я тогда тоже пару банок компота закатаю. Будет классно. Так, ребята принесли свои поделки. Ну, давайте сначала с Ваниной начнем. У Вани это мотоцикл. Красивый Ваня мотоцикл. Молодец. Иди дальше, лепи мотоцикл свой. Так, это чья? Папина. Папина черепушка? Да. Зашибись, папа у нас. Это чья? Моя. Оксана, тоже черепушка. Вы что, все за папой повторяли? Это зомби. Зомби? Вы за папой повторяли, все понятно. Это чья? Моя. Я в шоке, ребят. Если честно, я вообще в шоке. Это что такое? Это Масана. А что тут волосня на твоей черепушке? Все это понятно. Маскина. А что это поверх черепушки кепка? Да. Все у понятно. Так, ну, Ксюшу я вам уже показывала, нашу Ксюшу слепили тут. Дальше, это чей? Маринин. Маринин цветок. Ой. У цветочка отвалился... А вот хот-дог. Где хот-дог? Вот. Ой, хот-дог, точно. У цветочка отвалились листочки. Понятно. Это тоже Маринин цветочек. Такой красивый вазочка-цветочек. Напишите, какая вам больше понравилась. Молодцы дети. Целый день сегодня лепят пластилином. Дети попросили показать еще. Сделали велик. Потом еще одну Ксюшу.
И вот это вот маленькое, догадайтесь, что это такое? Напишите в комментариях, как вы думаете, что это такое. Ну, а я вам в конце, сейчас чуть попозже скажу. Вы остановите, напишите. Я жду пару секунд. Это, ребята, суши. Будь здорова, Оксаночка. У нас уже, ребята, вечер. Пришла с бани. Представляете, у меня после бани аж капилляры в глазах полопались. Ужас. Пока всех намыла, пока то, пока сё. Из бани выходишь как суслик. Но зато счастливой. Всех, кто с бани, всех с легким паром. Сегодня у нас в банщиках только двое человек приходило. Это Серега у него, потому что воду все еще не разморозили. Здесь он на нефтяниках живет. И дядя Саша у мужа, дядя получается. И все, больше никого не было. Остальные болеют все. Поэтому сегодня рано помыли. Сейчас детям сделаю чай и по койкам спать. Завтра с утра надо будет мне ехать в город насчет работы. Тут мне предложили в школу идти посуду мыть. Хочу завтра съездить, узнать. Возьмут, не возьмут на работу. Ну, съездить-то съезжу. Не возьмут, так не возьмут. Возьмут, так я рада буду на работу устроиться. Поэтому вот так вот. А так в целом все нормально. Сегодня молоко забрала, до подруги сходила. Молоко ей тоже унесла. Постирала сегодня раз 5, наверное. Еще немного осталось там старого белья, которое пока воду отключали, постирать. Остальное уже все перестирала почти. И завтра нам... Ой, так что получается завтра? Послезавтра нам на 30-го с Машей будут ехать кровь сдавать из пальца и мочу сдавать. Утром рано поедем с ней, завтра ребятишки в садик. Оксана в школу, Катя, Света, Маша все в школу идут. Поэтому вот так вот. Погода у нас сегодня замечательная. Девчонки днем опять гуляли на улице. Ничего такого, по сути, мы сегодня не делали. Отдыхали, играли. Дети пластилином сделали, лепили всякие фигурки. Ну, я вам показала. Так что вот так вот. Сейчас намыли. Сейчас у меня моются Света с Катей, с Машей. Потом пойдет Егор, потом папа и спать все. Я делаю чай, делаю, дочь, Марина, чай. С молоком тебе сделаю чай. Ребенок с молоком чай делает. Хочу завтра накрутить мясо и достать творог, сырников наделать. Как думаете? Вот не знаю, что завтра такого приготовить. Суп с фрикадельками хотела сделать. Мясо накрутить, да сделать эти тефтельки, да можно будет капусту у меня из пекинской сделать, ленивых голубцов еще. И с гречкой. Вот я видела, некоторые делают с гречкой еще фарш. Ну, вот наподобие тефтелек, только с гречкой. Ни разу такое не пробовала детям давать. Надо будет как-то попробовать сделать. Небольшую партию на пробу, понравится или нет, им интересно. Ну, вот посмотрим. Надо как-то попробовать сделать. Так что вот такие вот у меня завтра грандиозные планы на завтра. Ладно, пойду ребятишкам делать чай. Всем желаю всего самого хорошего. Всем желаю крепкого здоровья. Берегите себя, берегите свое здоровье. Будьте чуточку добрее, и мир к вам потянется. Всех мы вас очень сильно любим. Всем пока-пока.